Всем привет! Третий ролик уже запускаю за один день. Сегодня 16 июля. Пляж. Ковер идем. На пляж ковер. 21 градус. Вода 28. Температура воздуха. В общем, прилично парит. Тридцаточка даже, по-моему. Стол по-домашнему работает. Первое вы блюдо увидели. Борщ с мясом 85 рублей. 300 грамм, по-моему. Иду я со Спартака. В Спартаке взял таблетки, рыжику, симпарика. Рыжик дома, Саша на работе. Что еще? Ну а мы пришли купаться с вами. Гриль-бар на ковре. Гриль-бар на ковре. Бам-бам. Музейшн вообще. Музейшн. Офигейшн. Зажигейшн. Классный музон, короче. Ну вот, пляж ковер тоже полный. Как и массандровский. Музон попер. Сейчас камни нырять будет. Хоба, нырнул. Вода просто нереально чистая. Кристальная даже, можно сказать, чистая. Офигеть, это водица. Подписчикам пляж ковер понравился. Ну то, что здесь мало народа и больше кислорода. Девушки на ковре тут, видите, какие в стрингах, все дела. Ну смотрите, зеленая прям вода. Это просто нереально красиво. Меня, наверное, солнечный удар скоро шлепит, и я добазарюсь. Когда я купаться пойду? Смотрите, вон по плите ходит. Она скользкая. Вон катаются на ней. На животе. Чел хочет спрыгнуть. Трудно устоять, трудно. Я же говорю, я снимаю, я знаю, что говорю. А? Летит этот бананец. Бананец. С огромной скоростью. Я на скоряк вот так все побросаю в одну кучу. Пошлите купаться. Я с камерой, надо где-то залезть аккуратненько, чтобы не упасть. Вряд ли тут найдешь такое место. Да, вон там только. О! Наверное, подписчица моя стоит. Стесняется сказать, это я, подписчица. Вода, хоть и говорят, прохладная, но она под жару теплая получается. А, ништяк, да? Ништяк, да? Вода ништяк, слышь? Вода ништяк. А что такое ништяк? Подумал пацан. Дайте в прокат баллон блогеру поплавать. Волна идет, смотрите, от банана. Бля, какая красота. Какая красотень. Под водой снимать не буду, все равно не смотрите.
Тут глубоко, но можно найти камень и встать на него. О, мелко стало. Нищак. Водоросли красивые такие. Переливается все. Ух ты! Рыба, рыба. Ладно уж так и быть. Но без чехла камера.
рыбаки ловили рыбку, поймали рака. Целый день не искали. Где у рака? Как там дальше? Раздевалку ищу. Тут сказали где-то. Вот это туалет. Вот раздевалки. Это вам не Санта-Барбара. В Утёсе искать раздевалку. Там нет никого. Есть, вот я бы зашел бы, и там есть. А вышел. Сейчас мы посмотрим, что здесь происходит. Да тут вообще цивилизации, господа. Можно не только, можно даже пакет повесить. А вот это да. Раздевалка, короче. Раздевалочка Зыргут. Просто не видно, там находится кто или нет. Надо становиться раком и смотреть. Если ноги увидел, значит там кто-то есть. Всем до свидания, всем пока.